Шаббат шалом, друзья! Доброго дня, як кажуть на Україні. Ох, у вас тут такая кафедра проваливающаяся. Несмотря на то, что прозвучал город Киев, а это столица вашей родины, вы не знали, вот я, видите, напомнил кому-то, для тех, кто не знал. Родился я и вырос в городе Одесса, поэтому я коренной одессит, здесь недалеко. Родился и вырос на Молдаванке. На улице Канатной мы били молодежь с этой улицы постоянно. Поэтому у меня есть разные воспоминания об этих прекрасных местах. А сейчас я живу в городе Киеве и, как уже было сказано, возглавляю служение «Евреи за Иисуса». Родился я в Одессе, в очень хорошей, прекрасной семье. Это почти интеллигентная семья, где сочеталось два прекрасных мира. Мир интеллигентности и мир местечка. Поэтому эти замечательные дары отобразились в единственном сыне, который сейчас стоит перед вами. Я надеюсь, что вы останетесь довольны от общения со мной через Слово Божие. Я надеюсь, что я не очень застращаю вас. Потому что, знаете, когда человек приезжает там раз в год, раз в три года проповедовать в собрание, как правило, у проповедника есть два направления. Он или стращает собрание, что всему собранию надо покаяться, или вдохновляет собрание, что всему собранию надо встрепенуться, жить для Господа и верить Ему. Я надеюсь, что Божий Дух сегодня использует меня таким образом, что вы получите и первое, и второе. Я очень надеюсь, Господи, на Тебя. Знаете, то, что я родился в Одессе, это преследует меня, ну, это и не может не преследовать. Это преследует меня на протяжении всей моей жизни. В Москве я познакомился, не я, вернее, мой товарищ познакомился с одним молодым человеком, который был водителем Иосифа Кобзона, а в Киеве жила его бабушка. И он очень просил, чтобы к его бабушке начали приходить верующие люди, потому что она очень старенькая, ей уже было за 90 лет. И как-то поддержали ее, потому что она унывает в апатии, понимает, что скоро уйдет с этой жизни. И вот адрес этой бабушки попался мне в руки. Я пришел к этой бабушке, она жила в Старом Киеве. Она была преподаватель по вокалу. То есть это человек, который имел, ну как говорят, совершенный, доскональный слух. Звали ее Сара Моисеевна. И когда мы начали с ней общаться, она пустила меня в дом. Она сказала: слушайте, что у вас такой за акцент вот, на русский язык? Это вроде бы русский язык, но вроде бы не русский. Я говорю: ну угадайте, Сара Моисеевна. И она говорит: вы из какого-то южного региона, потому что, ну, она же преподавала вокал. Скорее всего, вы где-то из тех мест, где город Умань. Я говорю: ну приблизительно, Сара Моисеевна, ну тепло, не горячо. Она сказала: дайте-ка я подумаю. Она назвала еще пару мест, которые очень близко к Одессе, но не Одесса. И в конце концов я ей сказал, чтобы она не мучилась, я говорю: Сара Моисеевна, я одессит. О, говорит, как же я могла упустить этот акцент. Сколько у меня было учеников из Одессы. Наглые, самые неталантливые, но всегда впереди всех. Поэтому мое одесское происхождение меня преследует. Хорошо, мы будем говорить сегодня о Божьей вере. И мы будем сегодня говорить о том, как проявляется Божья вера. Потому что мансы я могу рассказывать очень долго. Но все-таки хорошо, когда мы будем обращаться к Слову Божьему. Я думаю, вам тоже приятно больше обращаться к Слову Божьему, чем к мансам. Мы будем говорить о Божьей вере и будем говорить в ключе того, как проявляется вера Божья. Как проявляется вера Божья. Исследуя Священные Писания, мы находим, что Божья вера проявляется совершенно по-разному. И проявлений Божьей веры
большое количество в Писаниях. И сегодня я остановлюсь на нескольких моментах, как проявляется Божья вера. Мы прекрасно понимаем, что вера необходима нам, верующим людям, для того, чтобы пройти этот земной путь, для того, чтобы быть благодарными, когда нам радостно, для того, чтобы иметь утешение, когда нам тяжело, когда мы проходим трудности и скорби, или когда близкие наши проходят трудности и скорби. Вера необходима нам. Мы прекрасно понимаем, что вера – это тот инструмент, который поднимает нас к Богу. Я всегда говорю, что вера, она как лифт. Ты заходишь в лифт, нажимаешь на кнопку, и ты уже на 19 этаже. Потому что лифт поднимает тебя. Точно так поднимает тебя и твоя вера. Кстати, спасибо тому брату, в квартире которого меня поселили, на 19 этаже. Это как лифт, вера Божья. Ты открываешь уста, твоя вера выталкивает твои слова, и ты уже там, на 19 этаже, условно, да? А все мы хотим иметь веру. Это также наше чаяние, стремление, о котором мы в тот или иной момент жизни думаем. Я задаю вам вопрос. Скажите, какую веру вы хотите иметь? Ну какая она Божья вера? Большая. Еще какая? Какая? Задние ряды отвечают? Галерка? Крикните что-то. Аллилуйя. Понятно. Это супердуховные, чувствую. Влияют. Искренне. Кто-то из вас, несколько из вас человек сказали, большая вера Божья, которая переставляет горы. На самом деле вера Божья маленькая, она небольшая. Потому что Иешуа сказал, обращаясь к своим ученикам, если вы хотя бы будете иметь веру с зерно горчичное, то вы скажете этой смоковнице, вергнись в море, и она вас послушается. Это образ, метафора, да? Это поэтическое высказывание. Понятно, что у смоковницы нет ног, и она никуда не пойдет ни в какое море. Имеется в виду то, что укоренилось, то, что имеет определенный корень и не хочет никуда идти. Это проблема, это трудность, это нерешаемый вопрос, это неверующие родственники, ну и так далее. Образ, смоковница. Если мы хотя бы будем иметь веру с горчичное зерно, которое можно рассмотреть только в микроскоп, тогда уже Господь будет двигаться в нас и через нас. Аминь, друзья. Мы почему-то сконцентрированы на том, чтобы иметь большую веру, громадную веру. Но Иешуа концентрирует нас на том, что нам надо иметь веру с горчичное зерно. Это Писание, это не я выдумал. Еще на что похоже вера. Вера похожа на бриллиант. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь бриллиант, есть ли у вас бриллианты. Только что звучала шутка про бриллианты. Я всегда говорю так, если у вас нет бриллиантов, может быть, они вам и не надо. Потому что иногда люди доходят до состояния, когда у них много бриллиантов, и они забывают о Боге. Если у вас есть бриллианты, и вы считаете это просто обычным камушком, на здоровье вам, носите его с радостью. Вера похожа на бриллиант. Если вы знаете, бриллиант имеет более 50 огранок, 50 различных отображений. Разная огранка, европейская огранка имеет там 54, 57 оттенков, ну и так далее, и так далее. Я когда-то занимался немного ювелирным делом, поэтому, так сказать, был посвящен в эти мудроты бриллиантового дела. Руки до бриллиантов у меня не доходили, только до золота. И вера, как бриллиант, друзья мои, она проявляется, я напомню, что тема нашей беседы – это «Как проявляется твоя и моя вера?». Вера проявляется как бриллиант, как различные оттенки бриллианта. И сегодня, как я сказал, мы поговорим о некоторых из них. Иешуа, обращаясь к своим ученикам, сказал замечательные слова. Мы открываем вместе с вами Евангелие от Луки, 22 главу. С 32 стиха. Если у вас есть телефон, открывайте. Необходимо следить, чтобы вам не навешали лапшу во время проповеди. Если у вас есть такая Библия, как у меня, ну это как бы динозавры уже такой Библией пользуются. Это уже вымирающее поколение. 22 глава Луки, 32 стих. Он обращается к своему ученику,
к Шимону, к Петру и говорит: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вот до этого места. Иешуа говорит: «Я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вера может возрастать и стать как зерно горчичное. И это такой парадокс, потому что это большая вера на самом деле. Вера также может и оскудевать, говорит Иешуа, да? И он говорит Шимону: «Я молюсь, чтобы твоя вера не оскудела». Вопрос опять к вам в зал. Скажите, какие ассоциации у вас, какие ассоциации у вас появляются со словом «оскудевать»? Истощаться. Еще. Какие синонимы, какие ассоциации перевода этого слова? Нищая вера, совершенно правильно. Еще. Как? Тает. Так, еще. Ну, еще пару раз, пару слов. Бездейственная вера. Так, еще. Вы знаете, с греческого языка здесь это слово «оскудевать» переводится как «уходить», «убегать», «перемещаться». И от этого слова происходит слово «иммигрировать», «покидать». Или в славянском переводе, на котором мы сегодня читаем Библию, в русскоязычном переводе, это когда вера нищает. И знаете, сразу появляется образ. Нищета – это определенный недостаток. Если мы видим человека, который одет очень скудно, это потрепанная старая одежда, образ, да, попробуйте себя нарисовать. Это поношенные вещи. И мы понимаем, что у этого человека оскудело финансовое состояние, оскудел запас его вещей. Точно так может выглядеть вера верующего человека. Она может быть нищей, она может быть потрепанной, она может оскудеть и эмигрировать от сердца, сугубо в состоянии ума, а порой и от состояния ума вообще эмигрировать, ну, на улицу, образно говоря. И вот Иешуа говорит: «Я молюсь о тебе, Шимон, чтобы вера твоя, она не стала нищей, она не эмигрировала, она не оставила тебя, чтобы ты не выглядел как человек без определенного места жительства внутри своего духа, внутри своего сердца. Я молюсь о тебе». Иешуа уделял вере очень большое внимание. Если мы читаем внимательно Новый Завет, он удивлялся, когда язычники имели веру больше, чем израильтяне. И он говорил, разводя руками такие слова: «Я во всем Израиле не нашел такой веры, как у этой женщины». Помните, когда он сказал сотнику, когда сотник сказал ему, римский: «Не иди в мой дом, достаточно слова твоего». И Иешуа тоже был удивлен, что достаточно его слова, так верит человек. Вера имеет большое значение. Вера как бриллиант, она проявляется по-разному. И теперь мы приступаем к тому, как же проявляется наша вера, или как должна проявляться наша вера. Почему мы должны обращать на то, как проявляется наша вера? Какие ваши варианты? Это тоже вопрос. Чтобы видеть, в каком она состоянии. Совершенно правильно. Еще. Чтобы вовремя помочь и другому, и самому себе. Замечательно, в десяточку. Апостол Павел обращается к Коринфянам и говорит: «Испытывайте, верили вы». Помните, да, эти слова? Испытывайте свою веру, испытывайте, верили вы. Поэтому мы должны смотреть, а проявляется ли наша вера через нашу жизнь в следовании за Всевышним. И вот первый момент, очень важный момент, основополагающий момент в следовании за Всевышним, вера проявляется в хождении с Богом. Вера проявляется в хождении с Богом. Ну, конечно, классическая послание о вере, это какое послание? Послание к евреям. Слушайте, с вами приятно общаться, вы все знаете. Вы подсказываете, добавляете. Это послание к евреям, 11 глава, совершенно правильно. И почему это послание было написано именно к евреям, как предполагается апостолом Павлом? Там есть разные мнения, мы их не будем разбирать.
Потому что в еврейском народе всегда был большой перекос на протяжении тысяч лет. Потому что еврейская религия – это религия дел. Это религия, когда надо что-то сделать, и тогда ты получишь. А Всевышний изначально еще от Авраама заложил, что отношения с ним должны строиться через веру. И не случайно апостол Павел пишет конкретное послание конкретному национальному этносу под названием «евреи». И он говорит, рассказывает о различных мужах веры. И первое проявление в нашей жизни – это вера как хождение за Богом, как фокусирование на Боге. Когда мы проходим свою жизнь вместе с Всевышним, за Всевышним, на чем мы фокусируемся? Фокусируется ли наша вера на Боге? И мы читаем из 5 стиха, здесь пример с Енохом. Мы читаем из 5 стиха. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что Богу угодил». Мы знаем, что Енох – это человек, который не видел чего? Господь каким-то необыкновенным образом взял его, переселил его. То есть его вера, она позволила эмигрировать ему на небеса. Когда вера оскудевает, она удаляет человека от небес. Когда вера крепчает и возрастает до состояния зерна горчичного, она позволяет человеку эмигрировать на небеса. Это смысл и суть следования за Всевышним, чтобы наш фокус был на вечном, на Божьем. Потому что это на самом деле ценное. Красота пройдет, финансы пройдут, машины пройдут, образование однажды станет ненужным. Вечное останется вечным. Это небеса. Вера проявляется в фокусе на небеса. Вера проявляется в том, что мы фокусируемся на небеса. И она проявляется, что мы ходим за Богом и смотрим на Него. Мы живем в таком мире, когда сегодня мир наполнен информацией. Очень много слухов, очень много различной информации. Не правда ли? Открываешь компьютер, телефон, включаешь новости, в машине включаешь радио, информация, информация. Все дают информацию, разнообразную, различную информацию. Не вся информация созидает человеческую веру. Не вся информация позволяет фокусироваться нам на Всевышнем, на Господе Боге. Вы согласны со мной? Поэтому мы должны понимать, какую информацию мы принимаем из внешнего источника, из внешнего мира. Она помогает нам видеть вечное или она вводит нас в апатию? Экономика шатается, президент вроде был тот, теперь опять не тот. Вроде бы тот, который был до этого, он был тот. Но когда выбирали, был не тот. И люди колеблются, вы знаете, они суетятся, они мечутся. И в Писании написано, что только язычники метутся. Понимаете, ну колеблется туда-сюда. А люди, которые следуют за Всевышним, они должны настроиться на вечное. Людей постоянно формирует информация. Какая-то беда, какая-то проблема, какая-то трудность. И человек в страхе, человек напуган, человек уводит взгляд с вечного. Енох так верил Всевышнему. Его вера проявлялась таким образом, что он эмигрировал на небеса. И это все благодаря вере. Вы знаете, что не написано об этом в книге Берешит, в Бытие, но Павел дает толкование, Мидраш, и говорит, это все из-за веры. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, вера проявляется послушанием. Вера проявляется послушанием. Если ты имеешь веру, твоя вера будет послушна. Твоя вера будет послушной. Мы опять-таки читаем из послания к евреям, с этой же 11 главы, 7 стих, следующий герой веры – это Ной. Или Ноах, как мы говорим, да? Ной. Читаем вместе 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего».
Ею осудил он весь мир и сделался наследником по вере. И дальше мы читаем о герое, которого звали Авраам. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Но и Авраам, это очень похожи их два персонажа, потому что их вера была направлена в послушании на то, что они не видели. Ной не видел потопа. Ной вообще никогда не видел дождя, потому что земля орошалась совершенно другим образом в те времена. Дождей не было. Авраам никогда не видел страны, в которую Всевышний приказал ему идти. И он шел туда более 10 лет. Ной строил свой ковчег, ковчег спасения, тоже десятки лет. Там разные толкователи толкуют по-разному, мы не будем сейчас на этом останавливаться. Их вера была послушна. То, что им было приказано, они делали. Вера проявляется послушанием. Бог сказал, и они делали. Можно было бы спросить у Авраама: Авраам, ты что, безумный? Но отойди на километр, на два, на три от той земли, где ты жил. Поселись вот в этой земле, которая на три, на пять километров находится от твоего отца, и живи. Нет, я иду туда, куда мне сказал Всевышний. Куда тебе сказал идти Всевышний? Понятия не имею. Но когда я приду, я послушен Богу, там будет место, где будет жить новый народ. Народ, который Господь пообещал через меня произвести. Ной, что ты делаешь? Зачем ты таскаешь эти бревна? Зачем ты колотишь эти бревна? Что ты вообще делаешь? Люди смеялись, люди говорили «у-у», понимаете? И рисовали шаржи, смеялись над ним, как у него кукушка из головы вылетает. Понимаете? Но он говорил: я послушен Богу. Какому Бога? Бога нету. Это предание от твоих прабабушек и прадедушек, Адама и Евы. Это пережитки прошлого. Это не для современного общества. Послушайте, мир будет истреблен, говорил Ной. Чем? Дождем. Ха-ха-ха. Да ты дурак, Ной. Что такое дождь? Ну это как из земли, только это с неба. Потому что земля орошалась совершенно другим способом. И они были послушны, и их вера была послушна. Когда нам Господь что-то делает, говорит делать? Предположим, что это домашняя группа. И мы начинаем эту работу, мы еще не знаем, к чему это все приведет. И мы начинаем роптать, мы начинаем расфокусировать свою веру. И наше послушание, оно опускается на совершенно другой уровень. Нам надо вспомнить Авраама и Ноя. Строй и иди, дальше Бог тебя благословит. Когда Бог тебе поручает молиться за какое-либо дело, за какую-либо работу, и ты не видишь ответа, строй и иди, потому что дальше тебя ожидает ответ. Вы знаете, самое длинное евангелизационное служение в моей жизни пока что – это было евангелизационное служение к моему отцу. 22 года я проповедовал, молился, служил ему. И через 22 года он был спасен. И меня преследовали разные сомнения. Меня преследовали, может быть, он не предназначен для спасения. Может быть, у вас такого нет, вы совершенны в своей вере. И я много о чем думал. И как же можно быть таким вообще закрытым и глупым, и не понимать, и так далее, и так далее. Но потом я снова был послушен Богу, потому что в 96-м году Всевышний мне сказал во время молитвы, что весь твой род, от которого произошел ты, и весь род, который произойдет от тебя, все они будут спасены. На тот момент еще ни один человек в моем доме не был спасен. Я еще не был женат, у меня еще не было детей, и ни один человек не был спасен в моем доме. Я слушался, я шел и строил. Авраам из-за своего послушания, с небольшими, конечно, грехами, родил два народа. Родил народ Израиля, через которого пришли Писания, пророки, поэты, патриархи, Мессия и Новый Завет. Потому что когда ты послушен Богу или тому человеку, через которого Бог говорит в твою жизнь, ты обязательно родишь свой Израиль. Ной спас человечество в лице своей семьи. И началась новая эра, и началась новая эпоха человечества из-за того, что он был послушен, несмотря на то, что все смеялись над ним. Вы знаете, комментаторы говорят следующее. О, никогда не видел, чтобы
так микрофон был подключен. Комментаторы говорят следующее, что Ною было очень тяжело, и, потому что постоянно над ним смеялись десятки лет. И он постоянно пред собой представлял Божье присутствие, который, вот этот голос, вот это внутреннее откровение. Это было каждый день для того, чтобы удержаться от того, чтобы перестать быть послушным Богу и махнуть на все рукой и сказать, да ну, гори оно все огнем, пропади пропадом. Поэтому вера проявляется в послушании. И еще один момент, как проявляется наша вера. И опять-таки это послание к евреям. Вера проявляется в нашей жертве. Вера проявляется в нашей жертве. Давайте также откроем послание к евреям. И это 11 глава, опять-таки, и это 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, или превосходную, как еще написано, нежели Каин. Ею он получил свидетельство, утверждение, убеждение, откровение, что он праведник, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Ею он по смерти говорит еще, и я добавлю от себя, нам. Вера – это жертва. Вера – это жертва. Опять-таки, в Берешит не написано о том, что задействована была его вера. Но Павел накладывает толкование Мидраш и говорит, все из-за веры. Он фокусирует еврейский народ, что мы не просто народ дел, мы народ веры, народ отношений, как наш отец Авраам шел верою, как патриархи шли верою, как Аввакум говорит, праведный только верою будет жив, не делами добрыми. Хотя дела важны, но они идут вслед за верой, а не впереди веры. Вера проявляется жертвой. Вы знаете, вот это слово Авель или его имя Авель, Абель, оно переводится на русский язык со старого иврита, оно переводится как пар, туман, как быстро исчезающий, спасибо, мои дорогие филологи, как быстро проходящий, пар, туман, был человек и нет человека. Мы не знаем, сколько прожил этот человек, но мы знаем, что жизнь его исчезла очень быстро. Он появился, он вырос, и родной брат сделал ему подарок приблизительно перед днем рождения, поздравил его камнем по голове. И Авель умер. Но у Авеля была вера, поэтому он принес жертву. Опять комментаторы в разных местах комментариев и в разные эпохи говорили по-разному. Они говорили, вот, у Каина Всевышний не принял жертву, потому что Каин сначала сам кушал, а потом приносил на жертвенник. И там некоторые слова и словообороты речевые указывают на это. А Авель не кушал, он все берег, для Всевышнего собирал. Но я верю тому, что сказал Павел, несмотря на всю мудрость вековую еврейских комментаторов. Павел сказал, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Когда мы говорим о жертве, люди очень часто фокусируются на деньгах. Да, может быть и финансовая жертва. Когда мы приносим эти деньги, например, откладывали себе на сапоги, узнали, что у брата или у сестры проблема или трудность, или кто-то болен, или у нее нету на сапоги, или там, ну, на что угодно, подставьте любую вашу фантазию. И мы, ну, я еще месяц буду откладывать, но пусть у него будет. И это жертва, не правда ли, да? Это жертва, потому что ты отрываешь от того, чтобы купить себе вот уже сейчас, в это воскресенье, Черная пятница, распродажа, все в Ривьеру, на поселок Котовского. И ты говоришь, нет, это для Феди, это для Вали. Вот, а я еще месяц пооткладываю, ничего страшного. Это жертва, друзья мои. Понимаете? Но жертва может быть, и она гораздо ценнее, чем финансовая жертва. Она может быть наше время. Время невозможно вернуть. Деньги возможно заработать. Время невозможно вернуть. Когда ты отдаешь свое время для людей, для служения, для заботы о них. Когда ты в свой дом впускаешь других людей, чтобы проводить домашнее общение. Когда ты идешь, проповедуешь Евангелие неверующим людям, отдаешь свои 2, 3, 4 часа для того, чтобы донести благую весть. Это тоже жертва. Вы знаете, когда я переехал в Киев, в Одессе, я очень был вовлечен
в молитвенное служение, и у меня были два таких столпа моей жизни. Это молитва, поклонение и евангелизм. И когда я переехал в Киев, я заметил, что моя молитвенная жизнь, она начала пикировать, знаете, она стала меньше. Потому что я в два раза больше, в три раза больше посвящал время проповеди Евангелия. Ты никого не знаешь, это чужой город, и тебя берет такая хандра. И что тебе делать? Ходить и общаться с людьми. Знаете, в нашем служении мы много общаемся с неверующими людьми, у нас большие списки. И я с утра до вечера ходил, общался с людьми, уставал, приходил, спал, вставал, опять шел. И это продолжалось достаточно долгое время. И вот я иду как-то по улице, и у меня такая мысль. Я перестал молиться, так как я молился в Одессе. Я перестал так жертвовать своим молитвенным временем, так как я жертвовал в Одессе. Я сегодня больше проповедую Евангелие, нежели разговариваю с Богом. То есть вы понимаете, я не перестал молиться, я просто перестал молиться так много. И Дух Божий говорит мне в сердце, сын мой, то, что ты идешь к людям навстречу, чтобы рассказать им обо мне, то, что ты собираешь списки людей, чтобы потом посетить, я также тебе вменяю как жертву. Жертва бывает разнообразная. Вопрос в том, чтобы она была, друзья мои. Иногда бывает такое состояние, когда 5 гривен для тебя – это жертва, это много, согласитесь. Я никогда не забуду две истории, которые связаны с деньгами в моей жизни. Знаете, 90-е годы, начало 90-х очень тяжело. Вы помните, да, как мы резали все купоны? Вы помните, я не знаю, попадали ли вы в такие забавные ситуации, но это Одесса. Моя мама сказала, ой, мне там Валя сказала, что на привозе привезли тушенку. Толя, мама выгребла все деньги. Толя, иди купи тушенку. Ну, молодежь, может быть, не понимает, что это такое. Что такое тушенка, зельце или кровянка. И она сказала, где я побежал на привоз, мне было там 14 лет. Я купил 10 банок тушенки. И продавец сказал, если еще надо будет, я здесь всегда на этом месте. Приходи. Такие банки тушенки, и там, значит, все, значит, наклейка, все. И когда мы открыли эту банку, там оказалась кабачковая икра. И когда мы открыли вторую банку, ну, может, знаете, ошибка, там оказалась кабачковая икра. Тогда мама, знаете, как в наперске перемешала банки, открыла кабачковая икра и сказала, от сволочи. И мы кушали кабачковую икру. Вы помните это замечательное время, да? Это чудесное время. Но сейчас так плохо мы живем. Давайте поропчем, нам сейчас так плохо. Давайте пожалуемся на жизнь. А тогда нам было очень хорошо. С двумя сортами колбасы, салом и без. И это было тяжелое время такое, знаете, я уже уверовал, и было непросто, деньги не платили, в общем, короче, были трудности. И я помню, как я иду в собрание и говорю, Господи, Отец Небесный, ну у меня нет денег пожертвовать, ну дай мне хоть какую-то копеечку. И я нахожу, по-моему, это было 50 копеек. Ну, наши 50 копеек. Я такой, а, вот она моя жертва. Пришел и отдал. Говорю, Господь, ничего нету, вот все, что имею, даю тебе. Потом еще какой-то раз, тоже там в каком-то небольшом сроке это происходит. Я говорю, Господь, нет денег, задерживаю зарплату, опять 3 месяца не платят. И я говорю, Господь, дай хоть какие-то деньги. Я выхожу на конечное 5-го на Молдаванке. И так иду, и такие новенькие 5 гривен лежат. Я такой, вау! Не подстава ли это, эти 5 гривен. А сам думаю, я же молюсь Богу, чтобы он мне дал эти деньги. Ну что такое 5 гривен? Ну, вроде ничего не купишь. Ну, можешь себя чем-то там побаловать, что-то купить. Вот. Ну, на самом деле, ну, отдам их, Боже, тебе. И знаете, так, скрипя сердцем, 5 гривен больше нету. Слава Богу, за Гуровица проезд был бесплатный. Как плохо мы жили. И Гуровец плохой был. Все плохие, кого не спросишь, все у нас плохие. Потому что не туда фокусируем веру. Я эти 5 гривен положил, сам думаю, ну вообще, 50 копеек пожертвовал, 5 гривен пожертвовал, денег нету, вот Гриша, все раздал, ну что делать, думаю. И знаете, один брат ко мне подходит и говорит, буквально там какой-то короткий срок, я там ну, не называю неделю, две, и он говорит, слушай, мне Господь положил тебя обеспечивать на сердце. Каждый понедельник приходи ко мне. Ну, я думаю, ну, может, там кусочек там
буханки хлеба даст. И он каждый понедельник приносил такой большой, доставал такой большой пакет, такой советский пакет, знаете, в который можно было цемент налить. Не как сейчас пакет. Вышел из Таврии, из Копеечки там, или из Фокстрота, и у тебя все упало. Ты еще до машины не дошел, у тебя уже все упало. Такие пакеты. Я протестую против таких пакетов. И такой, знаете, советский пакет. И там полный пакет яств. Мясо, рыба, масло. Все, все, все. И он мне сверху всегда еще 10 гривен. На, сынок, на, сынок. И я думаю, Бог верен, потому что когда ты отдаешь Ему свое время, свою молитву, свое желание служить людям, которые еще не знают Его, может быть, какие-то финансы, но отдаешь, жертвуешь. Что такое жертва? Это то, что тебе дорого, то, во что ты влюблен, то, что тебе необходимо. Бог тебя отмечает. Поэтому вера проявляется жертвой. Заканчивая, я скажу вам, я не случайно выстроил свое послание именно таким образом. Вера проявляется фокусированием на Всевышнем. Когда мы фокусируемся на Всевышнем, нам легко Его слушаться. Вера проявляется послушанием Всевышнему. Когда мы слушаемся Бога, вера проявляется желанием что-то делать для нашего Господа Бога или для другого брата и сестры. Когда ты фокусируешься на Всевышнем, ты послушен Всевышнему. И когда ты послушен Всевышнему, ты легко будешь что-то делать, отдавать для Него. То, что тебя будет побуждать твой служитель или твой внутренний человек или сам Господь Бог. Дорогие мои, испытываем себя мы, верили мы. Потому что Иешуа обращается не только к Шимону, но и сегодня и к каждому верующему. И он говорит, я молюсь, чтобы твоя вера не стала нищей. Я молюсь, чтобы твоя вера не пропала. Я молюсь, чтобы твоя вера не эмигрировала, не ушла от тебя. Я молюсь о тебе, говорит Иешуа, чтобы твоя вера была с тобою, была тверже, крепче и проявлялась через каждого из нас. Аминь, друзья. Помолимся. Бог Авраама, Ицхака, Якова, всемогущий наш Бог Израиля, мы благословляем Тебя, превозносим Тебя, славим Тебя, Царя нашего, Господа нашего и нашего Владыку. Ты один достоин поклонения, чести, славы и хвалы. Боже, мы сегодня молимся в ключе этого послания, о котором мы только что размышляли, из послания к евреям. Молим о том Тебя, чтобы наша вера, она была крепка, тверда, чтобы она не оскудевала. И мы молим Тебя о том, чтобы наша вера проявлялась. Мы молим Тебя о том, чтобы наша вера проявлялась, чтобы она фокусировалась на Тебе, чтобы она была послушна Тебе и Твоему Слову, чтобы она была способна привести нас к тому, чтобы мы что-то совершали для других людей и для Тебя, мой Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за дар веры Божией. Это Твой Божий дар, это Твой божественный бриллиант в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это, мой Бог. Во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен. Я хочу обратиться к вам, дорогие мои. Может быть, из вас есть те люди, которые нуждаются в поддержке молитвенной, чтобы ваша вера окрепла, чтобы ваша вера была тверда. В этом нет ничего зазорного, потому что все мы находимся в разных этапах нашей жизни. Есть ли такие люди, которые нуждаются, чтобы их... Поднимите выше руку. И друзья, которые стоят рядом, давайте обнимем этих людей, подойдем. Мы проходим разные времена, мы проходим разные трудности. У кого-то фокус на Боге расфокусировался, и мы плохо видим Всевышнего. Кто-то не послушен Богу, и он теряется в каких-то моментах. Братья и сестры, подойдите к вашим братьям и сестрам, чтобы я не спускался вниз и не тягал вас за руки. Подойдите к тем, кто поднял руки, и давайте помолимся за них, давайте положим руки на них, помолимся, чтобы была поддержка, чтобы люди крепли в своей вере, чтобы была твердыня. Если вы далеко стоите, можете просто поднять руку и поддержать. Может быть, завтра нужна будет такая поддержка тебе. Потому что где-то твоя вера станет слабее. Мы все нуждаемся друг в друге. Нету суперпомазанников, идеальных людей веры не бывает.
Кстати, об этом сегодня говорилось в недельной главе. Очень хорошая недельная глава о приземлении патриарха. Бог наш, Бог Авраама, Исаака и Якова, я молю Тебя за этих дорогих людей, которые сегодня нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Их вера, она сегодня где-то колеблется, она расфокусировалась. Может быть, они недостаточно хорошо слышат Тебя, понимают Тебя. И сегодня они уже, может быть, я не знаю каждого из них, но Ты видишь каждое сердце, каждую мысль, не способны и не готовы служить, приносить жертву в Твою славу. Я молю Тебя, чтобы этих драгоценных людей, которые смело заявили о том, что нуждаются в нашей поддержке, поддержала благодать Твоя, поддержала сила Твоя, поддержала помощь Твоя, чтобы они увидели прикосновение Твое. Пусть их вера не эмигрирует, пусть она не будет нищей, пусть она не будет оборванной, но пусть она будет крепкой, сильной, благословенной и помазанной. Мы провозглашаем Божье укрепление на них, мы провозглашаем Божье прикосновение к ним и ободрение, ободрение, ободрение божественное к ним и на них во имя Иешуа, Мессии Израиля. Амин. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхамашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу Навину и говорит: через 3 дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхамашех, Бетель, у нас Бетсимха, у нас есть Ахава Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей, за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку – семья. Божья семья в этом году для каждого из нас.